Добрый день, представляю вашему вниманию Mixed Target Stock. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с такой джинсовой юбочки. Размерчик L. Элечка джемпер. На две пуговички застегивается, укорочены, очень мягкий. 2XL платье с поясом идет. Очень пышная футболочка вот таким вырезом. XL рубчик. Брючки просвечивают, элечка немного. XL футболочка в рубчик, но написано в скобочках 14-16, может, не 14-16 лет. Так вот. Джинсы эсочка. Так, элька танковочка. XL на 14-16, брючки вязаные с люрексом. XS танковочка. Платье элечка, не просвечивает, очень легкое, и внизу еще разрезы. 3XL блуза, джемпер элька на 12-14 лет, юбочка из искусственной кожи XL, элечка блуза просвечивает, элечка топ с люрексом, очень мягкий. 4XL платье с поясом, футболка элька, брючки 2XL, танковочка, эсочка, укороченные рукавчики с капюшончиком, LXL брючки, блуза XL, футболка эска, эсочка топ, очень мягкий. Так, здесь у нас брючки размерчик M, джемпер 2XL, укороченный с высоким горлышком, футболка S-ка, шорты, размерчик L на 12-14, наверное, лет, там скобочки, в скобочках цифры, XL толстовочка с начесом укороченная, велюровые брючки XL, XL футболка, велюровые шорты XL, эсочка платье, такое вот классное, длинное, сзади завязочки на шее, джемпер 2XL, шорты джинсовые с необработанными краями, XL, толстовочка 2XL на замочке, SM футболочка, XS джемпер, велюровый комбинезон S-ка. Ой, вот он. Толстовочка с капюшоном и начесом. Размерчик M. Толстовочка XS внутри начес. Джинсы 27 размера. Здесь вот, видимо, для беременных такая вот резиночка упругая, высокая. M-очка. Джемпер на пуговичках. Брючки S-ка. Внутри петелька, джемпер эсочка, толстовка с капюшоном XL, внутри начес, такая вот куртка классная XL на пуговичках, как джинсовая, XS куртка на замочке, здесь у нас внутри кулиски можно затянуть, внутри так, стеганая эсочка, XS точнее, такая она прям плотненькая. 4XL кожаный, искусственная кожа, плащ с поясом на пуговках. Такой прям он классный, плотный, вот как раз на демисезонную погоду. Это искусственная кожа. Так. Дальше XL блуза, брючки M-ка. Топ на бретелях в рубчик, эмочка, танковка, размерчик XL, топ спортивный трикотаж с чашечками, размерчик L, комбинезон велюровый XL, так, 36 размера шорты, толстовка XL, внутри петелька, леггинсы спортивный трикотаж S-очка, танковка S-ка,
брючки. Спортивный трикотаж евро 36. Так, XL, толстовочка внутри, петелька. Футболка размерчик XL. Брючки. Брючки у нас размерчик не написан. Я думаю, что ML. Такие вот они. 2XL джемпер на пуговичках. Классный воротничок. Толстовочка 2XL с капюшоном и начесом. 3XL платье с поясом. Такое вот оно пышное. Спортивный трикотаж, шорты XL, топ на бретелях Элечка, эсочка брючки, внутри петелька. Так, эмочка ветровка, внутри тоже кулиску можно, да, вот здесь вот такая резиночка, можно поменьше сделать, утянуть, или наоборот побольше сделать. Такая классная ветровочка. Здесь у нас тоже куртка, размерчик S на замочке, такая прям прикольная, плотная, то есть, ну, демисезон, начало демисезона будет отлично. И также в лоте еще есть вот такие хлопковые трусики, Hanes, размерчик 2XL. На этом все, спасибо за внимание, подробная информация в ссылке под описанием.